Всем доброго времени суток, гостям, подписчикам моего канала. Вот, искал на сайте AliExpress резак для канализационной трубы. Вот. На 32-ю трубу, на 40-ю, на 50-ю, на 110-ю, потому что те оригинальные резаки, которые продаются у нас, скажем так, по России, они стоят дороговатенько. На 110-ю трубу стоит 23 тысячи, я узнавал. Вот, 32-я, 50-я, 40-я канализация, где-то в районе от 2 до 3 тысяч эти резаки стоят. То есть сразу отрезать и зачистить. Вот. Мне с магазина сантехники на Лепсе Андрей, хозяин, говорит: Павел, посмотри что-нибудь у китайцев. Забил в поиске на китайском сайте резак для канализационной трубы. И то, что мне надо, AliExpress не выдавал. Но выдал по поиску вот эти вот ножницы. Эти ножницы я скинул Андрею. Я говорю: смотри, какие ножницы. Говорю, судя по фоткам, ну, такие вроде, скажем так, добротные. Он написал мне в ответ, что 75-е я закажу для магазина. Вот. И, блин, буквально не больше недели времени проходит. Он мне пишет: Павел, ножницы пришли, приезжай, посмотри. Тест-драйв ножниц с Алиэкспресса. Труба 40-я. Простая. Как по маслу. За такие деньги. Надо себе тоже такие ножницы заказать. Да, если кто не поверит, что это труба 40-я. Где здесь... А, здесь нету. Ну, в общем, труба 40-я, поверьте на слово. Вот она труба, которую я резал. И вот он от коротышек. И вот. Сороковка. Здесь то же самое. Сороковка. Нету здесь диаметра. Шестьдесят третью трубу даже ей этими ножницами резали. Но это вот именно покупали в магазин под 63-ю трубу, чтобы резать. Так что за свою цену ножницы отличные. Цена-качество. Здесь ручка прорезинена немножко. Нож, как на всех последних ножницах, он вот с таким вот зубиком здесь. Сейчас почему-то все такой стали зуб делать здесь. Я себе тоже такие ножницы закажу. Резал на видео 40-ю трубу. Вот. У меня рез получился ровный. Вот. Люфта вроде никакого нету. Вот. Но за свои деньги, думаю, ножницы достойные. То есть он где-то за 1800, по-моему, купил ножницы до 75-й трубы. 32-е стоят в районе 700 рублей. Ножницы с запасным ножом, по-моему, в районе 800 рублей. Ну, я сейчас фотки поставляю.
Вот с этого сайта ссылку этого объявления об этом продавце я прикреплю в видео. Вот, может, кому-то пригодится, кто-то тоже закажет. Я себе, кстати, тоже буду заказывать ножницы. Вот, пускай лежат в запасе. Я такой человек, что люблю, чтобы у меня всего было по два. Дрель алмазного сверления есть. Одна старая, которой я работаю, и одна новая лежит в запасе. То есть люблю вот так вот работать. Кстати, паяльников тоже у меня два. Вот, то есть вот этот итальянский ритмо, и лежит в багажнике, всегда с собой вожу турецкий кандан, по-моему, называется. Всегда его вожу, на всякий случай. Ну и напоследок вставочка в видео будет, если там кто-то напишет, что лучше купить нормальные ножницы, дорогие, чем этот дешман китайский. Вот, покупал я хорошие ножницы себе компании Virax. Спустя 4 месяца у меня сломалась вот эта вот возвратная пружина. Вот это вот. Что с ними было, сейчас вставка будет. У них вот на этой пружине, которая должна поджимать вот эту трещотку к ножу, сломалась вот там внутри пружина. Вот она сломалась. И теперь она постоянно внизу. До этого она, значит, вот это все время сюда поджимала. И была поджата все время. И теперь вот что происходит. То есть она туда не прижимается. И теперь постоянно ее пальцем, что ли, туда прижимать. Ну, короче, ножницы сломались, они уже не работают. Сейчас пока взял старые ножницы. Старыми не работаю. Как-то обидно. Ножницам полгода, и уже сломалась пружина. Пришлось разобраться. Спасибо. И спасибо отдать должное продавцу. Я ему их отправил, и он мне их отремонтировал. Вот. Спасибо ему большое за это. Это вот видео, вставка будет для тех, кто будет говорить, что лучше купить нормальный. Вот эти вот я купил за 4500. Это до 40-й трубы. 4500. За эти деньги можно было сколько тех ножниц купить? Судите сами. Вот. Так что было видео полезно. Ставим палец вверх. Кто не подписан, обязательно подписываемся, чтобы не пропустить следующее интересное очередное видео. Все, всем удачи, пока.